Белорусские боксеры выиграли 12 наград различного достоинства на международном турнире «Память Алексея Юкова», который прошел в Гомеле. В состязаниях, напомню, принимали участие спортсмены 2002-2003 годов рождения. У представителей нашего региона три награды. Серебро на счету Виталия Останина. Бронзовые медали завоевали Роман Малиновский и Станислав Шупляков. Старт, завершившийся в Гомеле, входит в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Для белорусских спортсменов он стал одним из ключевых этапов отбора на чемпионат мира. Почтить память Алексея Юкова, прославленного мастера кожаной перчатки, приехали также боксеры и тренеры из России, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана.